как же все это задрало. От меня отписался. Сука, один подписчик. Я думаю, каждый из вас слышал, что в Ютубе начали твориться странности. Все это связано с тем, что каждый ютубер стал терять своих подписчиков. И по вине этого глюка от меня отписался один мой бро, представляете? Теперь про этот случай снимает каждый говноед. Ну, разумеется, в том числе и я. Я даже не знаю, с чем это связано, но знаете, мне глубоко на это насрать. Но я могу показать вам другое количество подписчиков, которые потеряли топовые ютуберы. Вот, смотрите. Ну как вам количество? А вообще, зачем я создал этот ролик, интересно? Сейчас я постараюсь вспомнить, как я его создавал. Смотрим. Чем же мне заняться? А что если снять видео, где я буду обсуждать ролик в Ютубе? Надо над этим подумать. И в итоге я смотрел... аниме? Я действительно долго думал об этом, и все-таки... решил создать этот ролик, дабы поднять вам всем настроение. А в итоге у меня просто бомбит! Ну окей, ладно. Я хочу выразить вам огромную благодарность, мои ребята. Все-таки у нас на канале больше 2500 подписчиков, просмотров, разумеется. И в честь этого я ничего не буду делать. Ну раз так, тогда ловите немножко няшности. Стоп. Похоже, что вот это уже не мило. Бля, чем я занимаюсь? Я надеюсь, с Ютубом таких гуликов больше не будет, и он перестанет меня разочаровывать. Хотя... блин, что я вообще говорю? Это же просто утопия. Этот ролик не имеет особого смысла. В принципе, как и моя жизнь. Ну, да ладно, кому это важно? Что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео такого формата. Я думаю, что оно будет выходить не часто, но и не редко. Так что ждем и подписываемся на канал. И вот еще на всякий случай. Наконец-то все закончилось. Вы знаете, я буду скучать по тому подписчику. Да уж, жалко. Жалко, что он отписался, хоть и, может быть, не по своей воле. Но я надеюсь, он... Я надеюсь, он одумается и обратно подпишется. Ведь это же самый классный канал на всем Ютубе. Что ж, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Хотя в следующих выпусках я буду говорить не только об этом глюке, но и об остальном. Ну что ж, всем пока. Взял.